присутствие в каких-то затяжных отрывах и не более того. Вот если возьмем, допустим, Кольнагу, ну, начинаем как-то вот снизу, да, потому что понятное дело, что фаворитов все знают и за многих из них, естественно, болеют. Та же самая Кольнагу, с одной стороны, в начале сезона казалось, что звать ее на Джир д'Италия, это значит только отдавать, делать подарок к юбилею маэстро Эрнесто, с одной стороны, с другой стороны, ну, скажем, как французы зовут своих, в первую очередь, несмотря на то, что есть очень сильные претенденты на вайлдкард, так и здесь, казалось бы. Но то, что мы видим последние две недели в их исполнении, очень даже на многие мысли наводит. Действительно, но по поводу Кольнага, я думаю, что увидим мы их в большинстве наверняка отрывов, тем более, если посмотреть на состав, опять-таки, учитывая, что есть Поццовиво, который показывал очень классные результаты уже в этом сезоне, я думаю, что Поццовиво в любом случае будет цепляться в горах, это точно, и не на последних там не из последних сил, а будет именно бороться за какие-то высокие места. По поводу модула, да, однозначно. Он уже на Турции, в Турции показал, что все нормально, все готово. Ну и, в принципе, помочь есть, потому что, опять же, Стефано Пирацци, Брамбилла, все эти люди, которые могут уезжать, хороший состав привезли сюда. Ирландская, кстати, к слову говоря, команда, состоящая полностью из итальянцев. Ну, это еще корник туда, к Навигаре. Тут, то есть, все оттуда, когда это... Команда там зарегистрирована, но в составе еще все итальянцы. Еще один компактный гонщик. Да, Себастьян Росселлер. Похож на такого монстра на велосипеде. По поводу Андрони Джокаттоли, наверное, новость многие слышали о том, что Франко Пелицотти подписал контракт по окончании своей дисквалификации, которая закончилась 2 мая, вот несколько дней назад, подписал контракт с этой командой. Но будем называть ее все-таки больше итальянской, хоть она имеет венесуэльскую прописку, тем не менее и менеджмент, и все остальное, все расположено в Италии. По поводу Пелицотти, он мечтал выйти на старт Джиро д'Италия, но не получилось всего ряда обстоятельств, но все-таки вот по его выступления, которые начнутся уже совсем скоро, намечено возвращение его в составе своей новой команды, очень интересно. Насколько Савио... хорошо ему удастся вернуться. Савио взял слово. Обратите внимание на Шмыда, кстати говоря. И надо сказать, что правая рука Ивана Басса пока очень неплохо смотрится в дребезги непрофилирующем виде все же. Потому что он классный горняк и только что об этом напоминал на высокогорных дорогах. Ну а если возвращаться к тому, что говорил Савио, и, собственно, вот это принятие решения, то он... полную параллель провел фактически между Скарпони и дельфином из Бибионы, который совсем даже не дельфин, и что-то резко превратился в брюнета в последнее время. В общем, какой-то решил замаскироваться как-то. Но вот он говорит, что как в том случае он после дисквалификации все-таки дал зеленый свет гонщику, поверил в него, и в результате тот вернулся. Не просто вернулся, а вышел на совсем другие орбиты. И, по сути, это второе велосипедное рождение. Вот очень надеется он и на то, что и в данном случае очень сильному супермногодневщику даст дорогу уже к чистым победам. И он не уверен, что, опять же, удержит его, если у того пойдут результаты. Потому что как это произошло и со Скарпони, собственно говоря, потому что, естественно, более мощные команды, имеющие более длинную зарплатную ведомость. Да. Как тут? Ну, кстати говоря, Пелицотти один из тех гонщиков, опять же, давайте все-таки будем об этом говорить, что человек, который был дисквалифицирован не за какую-то там чистую положительную пробу, а человек, который был дисквалифицирован за подозрение, опять же, то есть за расхождение в биологическом паспорте, за то, что применяется, как правило, только к велосипедистам в этом мире, потому что, ну, я говорю, вот мы часто сравниваем, и, например, сравнить с допинг-пробами в других видах спорта, вот, например, то, что в хоккее у нас было совсем недавно, не будем называть фамилии, там ведь все быстро уже замяли практически, там сказали, ну что, там же дозировка маленькая, там особо ни на что повлиять не могло, очень жаль, но я думаю, что человек будет спокойно играть дальше, я про Белова имею в виду. А здесь все, малейшее расхождение, и, пожалуйста, 2 тебе года на получи, а представьте себе, когда ты находишься в том возрасте, когда нужно показывать результаты, ты окреп, тебе 28-29 лет, как так, Пелицотти получается у нас 78-го года, по-моему, рождения, если не ошибаюсь, а это значит уже 33 сейчас, то есть пару-тройку сезонов максимум осталось. Опять же, когда вот есть такой пропуск, то это всегда все-таки дает некое большее долгожительство. Мы наблюдали такие истории тоже неоднократно. Кстати, вот недавно брал во время работы наших итальянских коллег на Франкфурте, по-моему, выходил в эфир
Тогда это было или не тогда? По-моему, все-таки тогда беседовал Робелин с Пауло Савальделли. Савальделли был, кстати говоря, он очень часто уже работает в студии, не только на мотоцикле. И тем более после этого курьезного, но ужасного инцидента с Давиде Кассани, который чуть не убился. Просто-напросто едучи на велосипеде и забыв как следует завернуть штанину, потому что не привык ездить в обыкновенных брюках, и попал штанина в цепь, и один из лучших комментаторов, один из известнейших профессионалов, чуть, на самом деле, чуть не расстался с жизнью. Мы обсуждали он с Питаки в Донецке как раз весь эпизод, он рассказывал всякие душераздирающие подробности. Но не суть. Возвращаясь к Рибелину, Рибелин говорит, что он полностью под парами, что практически уже подписан контракт, и что вот в ближайшую неделю мы услышим, где он будет гоняться. Так что... Это я впервые слышал, чтобы это действительно было настолько серьезно. Пару слов, раз уж Дитцкера нам показывают настолько в большом объеме, то надо сказать, что, во-первых, это не юниор никак. Швейцарцу 15 октября этого года исполняется 30 лет. И впервые он подписал профессиональный контракт в 2004 году. Возможно, он интересен режиссерам благодаря тому, что он из Эльпер гонялся два сезона. Все-таки команда целиком и полностью итальянская. В 2006-2007 году гонялся, и причем именно за ЛПР он взял две победы. На Райффайзене выиграл и на Джиро дель Мендризиотто. В Мендризио у себя дома практически под боком. Вот и все, собственно, что есть у него за душой. Такая разорванная, особенно не тоже ездил. Карьера разорванная немножко в профессиональном велоспорте, то есть команды разных немножко форматов. ЛПР там и Вольсбанк. Но, тем не менее, почему-то именно Дитцкера решили сегодня довести до самого финиша. Правда, пока показ швейцарца крупным планом прервали. Но через некоторое время к нему, наверное, опять вернутся. И вот опять же, говоря о парадоксах стартового протокола, где то густо, то пусто, иногда тоже бывает. Но вот неплохо разогнался и Николя Майе. Тоже, кстати говоря, не маленького размера гонщик. Все бельгийцы, 90% бельгийцев, по крайней мере, они примерно такие. А вот Шмидта показывают только под самый финиш. Разгон у него был очень неплохой в пределах первой десятки. Но смотрим, как Сильвестр. Очень хорошее педалирование. Обратите внимание, что все вот все-таки Ликвидас уделяет внимание тому, чтобы все все-таки в командной гонке ехали как следует. Даже те, кто претендует в основном на горные какие-то лавры. И все они пересаживаются за последние годы. Все они очень хорошо выглядят на разделочных велосипедах. И педаляж у них хороший. И действительно, картинка хороша. Ну, возможности, мощности, ну, тут же ничего не поделаешь. Специализация есть специализация. Подсел в конце, задуло его ветром. И вот он поймал 37 секунд в общей сложности. Ну, здесь, кстати говоря, очень тяжелая финишная прямая получается. Потому что там против ветра еще чуть-чуть подъем. И такая длинная, неприятная в конце работа. Но еще по полякам, судя сегодня, по всему, сегодня специалисты, опять-таки, наши режиссеры итальянские, потому что приняли одного, Пшемислав немец. Безусловно, хороший горный гонщик, но, безусловно, опять-таки, тоже совершенно не специалист сегодняшнего этапа. Тем не менее, одного из оруженосцев Скарпони, в первую очередь, все-таки говорим, а не Кунего. Интересные вопросы, опять же, были. Заданы они были и Сарони, легендарному. Как выяснилось, кстати говоря, племянник Франческо Мозера, поехавший в этом году с первого же года. Очень здорово Мозер-младший выступает. Две победы уже совсем недавние только что. И вот спрашивают, кто для него супер... Ну, предполагали уже естественный ответ, что, естественно, орденоносный Мозер, орденоносный дядя для него пример всей жизни и кумира. Он сказал, его соперник. Мой кумир на самом деле Джузеппе Сарони. Я всегда хотел быть похожим на Джузеппе Сарони. А на дядю Франческо я не хотел быть похожим. Такой, вот так вот. Со своим мнением. Так вот, к Сарони возвращаясь, Сарони говорит, что вообще на самом деле ситуация такая достаточно взрывоопасная, как он предполагает. Но, с другой стороны, он не мог отказаться от этой ситуации, потому что усушенный, изменившийся до крайности, похожий на себя даже более сухой, чем в 2004 году, когда выиграл Джиро д'Италия Кунего, это, естественно, серьезная боевая единица. Как совершенно расслабленно на эту ситуацию смотрит Скарпони, не боясь повторить судьбу Джильберто Симони, когда тот был записным капитаном, а в итоге Кунего уехал сам и сам решал свои вопросы, Симони забыв даже.
Вот он говорит о том, что он бы не променял такой стартовый состав ни на какой другой. И пусть это будет проблема и других команд, и не нашей, говорит он, потому что у нас действительно есть два сильных многодневщика на данный момент. Вот пусть за нами обоими и следят. А там дорога скажет, кто из нас сильнее. Ну, на самом деле, так часто бывает. Главное, чтобы не получалось таких ситуаций, как в свое время, помнишь, между Альберто Контадором и Лэнсом Армстронгом, когда вроде и тот, и другой были сильны, но поделить между собой по-доброму все как-то у них не получалось. Ну, опять же, какой еще момент все-таки был, такой все-таки суперавторитет Лэнса, его властность, влияние. Из-за этого получалось, что растягивали команду, рвали пополам, действительно. Ну и многие не понимали, конечно, что происходит. А что касается этой ситуации, то Скарпони все-таки вокруг себя сплотил эту команду. И поэтому Лямбре ESD, я не думаю, что будет расколото. Брэд Ланкастер был на ваших экранах. Кстати говоря, тоже гонщик неплохо, который может проехать вот такую вот дистанцию. А я начинаю подозревать все-таки операторов и режиссеров этой трансляции в каком-то игнорировании гонщиков Катюши, потому что не увидели мы то, как прошел по дистанции Александр Кучинский, и также нам не показывают Пашу Брута, который сейчас тоже находится вот именно в этот момент примерно в середине этой индивидуальной гонки, но, может быть, попадет наш чемпион России, действующий в групповой гонке, на финише. Посмотрим, какое время покажет Паша Брут. Брут, кстати говоря, вот такие короткие гоночки, короткие индивидуальные гонки тоже хорошо едет. Силы прибавил очень неплохо в последнее время. Я уже писал там на Твиттере, рассказывал, что Паша стал звездой тура Романди еще до старта, потому что сделали плакат, когда он прорывает, не поймешь, то ли плакат он прорывает с собой, когда он ехал разделку в желтой майке. Вот посмотрим, как Ланкастер прописывает этот поворот. Опять же, все-таки трековикам, а он достаточно известный трековик, он один из тех, кто ездил на рекордные секунды. Он один из тех, кто знает, что такое выскакивать за пределы, по крайней мере, 4 минут. На 4.50, сколько там, 55 он еще не ездил, но 4.59 у него было. Или, где-то, да, 59. Не очень аккуратно закладывал этот вираж. Да. Но опять же, нам намекают на то, что гринеджевские экстраковики очень сильные, могут здесь претендовать на суперлавры, но пока-то мы этого не видим, пока не сбывается этот прогноз. Если все-таки Пашу Брута нам не покажут, но я думаю, что мы увидим его 100% участником отрывов, то и удастся нам поговорить о нем на следующих этапах. Все-таки я всегда с восхищением говорю об этом гонщике, потому что для меня это человек, который абсолютно ничего не добился какой-то удачи, а всего на 100% добился каким-то неимоверным трудом, потому что на Пашу Брута иногда смотришь и понимаешь, что вот ничего, как говорят, на халяву гонщики ему не перепадало никогда. Все через какие-то... Но тут при этом очень осмысленные тоже, что очень важно. Потому что, ну, как бы делать просто, что тебе подскажут, и не думать, как говорится, и... Ну, то есть бывают у нас роботы и сколько угодно. В велосипедном спорте тоже, как это ни странно, хотя это вид спорта все-таки подразумевающий. Это большая мыслительная деятельность, чем иногда где-то еще, но тем не менее, вот в данном случае ничего, не критически он никогда не воспринимал. Но это ладно, он у нас заочный, а вот Люк Робертс еще один из тех, кто на треке очень был хорош в типовых гонках. В десяточку сейчас попадет, безусловно, наверное. Хотя здесь плотно расположились результаты, и Люк Робертс в итоге показывает хороший результат, но за пределами 11 минут. Проигрывает Ройцигеру. Вот обратите внимание, опять же, на весомость достижения чешского спортсмена. Ройцигер, конечно, нужно отметить, кроме хорошей скорости, кроме того, что он здорово готов, он все-таки технически очень грамотно прошел всю дистанцию, абсолютно каждый поворот. Так что я думаю, что вот... У Астаны неплохие шансы в любом случае. Все готовы, команда отлично скомплектована. И будем смотреть, как поедут фавориты. Потому что, по сути дела, пока из тех, кто будет бороться за генеральную классификацию, однозначно кто? Только Кройцигер финишировал. Да, пока только он. Ну и, тем не менее, вот этот план, непосредственный план, задача минимум, что ли, на этом этапе, превзойти всех других генеральщиков, она весьма выполнима. Я думаю, что и Басса на такой результат совершенно не обязательно выскочит. Так что это просто, просто здорово. А возвращаясь к Ланкастеру, надо сказать, что он очень много лет все-таки используется как раскатчик спринтеров. После того, как окончательно сошел с трека. В Миллерами, в Сервелло, в Гармине. Это все в основном...
именно его работа была не на себя, а на тех парней. В итоге только 6 побед на шоссе, несмотря на то, что он очень хорошо держит темп на длинном отрезке. И, по идее, наверное, в списке было как минимум вдвое больше успехов. Последняя победа датирована аж Калифорнией 2010 года. Кстати, грядет тур Калифорнии. В прямых трансляциях не забывайте. У нас тоже, как всегда, как мы будем год. Вас ждать, да, и будем готовиться к этому непростому испытанию, потому что все-таки ночью будем показывать. Ну и не забудьте еще один момент, правда, уже подзабытый, действительно, 7 лет назад, в 2005 году, именно он в Реджо Калабрия взял пролог. Он был, правда, совершенно другого плана пролог, и он был совершенно другого плана гонщика, потому что за 7 лет он все-таки немножко затележился. Но, тем не менее, вот в данном случае режиссеры демонстрируют нам то, что хорошо помнят добро, как говорится, хорошо помнят такие заметные достижения. Но... Ну и вот, пока, пожалуйста, да. Лучший результат на одной единственной отсечке, которая есть на дистанции. Поэтому Брэд Ланкастер... Я думаю, что будет сегодня в любом случае одним из тех, кто попадет в десятку. Это однозначно. А как знать, может побороться за повторение своего успеха. Очень мягонько работает. Очень мягонько, с кажущейся легкостью. Потому что видно, что тяжелая очень передача, но он ее выкручивает очень аккуратно. Но связки поворотов проходит лишь, может быть, чуть-чуть погрубее, чем Кройцегер. Зато тяга на таких отрезках у него, безусловно, очень хороша. 3 километра остается до финишной черты. И вот это решающий отрезок по версии местного хернинговского гонщика, экс-гонщика Бьярна Риса. У Риса даже здесь есть памятная табличка на центральной площади, которая напоминает нам о том, что именно он выиграл в 96-м году Тур де Франс в общем зачете. И вот это самое тяжелое испытание перекрестными ветрами. Смотрим. Тоже такая посадка интересная, она не сдвинута седло практически вперед, то есть седло стоит, так скажем, по-групповому. Смотри, какая скорость добирает впереди идущего гонщика, который стартовал в минуте впереди. Да. То есть действительно претендент сегодня Брэд Ланкастер. Итак, спокойствие в этом прологе, относительное динамическое спокойствие взорвал Брэд Ланкастер, экс-чемпион пролога, уже примерявший розовую майку в 2005 году. Воды утекло просто очень-очень много тонн за это время, где его только не носило. Он достаточно плодотворно гонялся в Италии 4 года за Панарию и взял там 2 победы. В составе этой команды, плюс еще раскатывал тамошних спринтеров, потом перебрался в Милрам, потом отработал за Сервелло и в Гармине, как следствие, 3 сезона. И вот в Green Edge отправляется практически на родину, хотя команда, естественно, базируется здесь. Зейц добирает сейчас. Ну, это достаточно Андрей естественно Зейц. Для Андрея, это совершенно не его вид. Стартовал перед Брэдом Ланкастером, ну и действительно скорость и разница огромная. Принимать будем на финише сейчас и посмотрим, что за результат в итоге получится. Однозначно Брэд Ланкастер, мне кажется, улучшит сейчас время, которое показал Новардаускас. Но насколько вот вопрос. Кристиан Ван де Вельде. Неплохой, кстати говоря, мастер прологов был в свое время. Его показали сейчас проходящим. Как-то мельком уж, учитывая... То, ну да, такой супер ветеран. Человек, которому мы могли... Так, и Даниэля Беннати финиширует этот момент. Вот, ну нам не... А, нет, это Ланкастер был, Ланкастер, перепутали. Да, так, Зейц пытается как-то подхватить, но уже ноги совершенно свинцовые, это видно. Ланкастер же выкручивает очень... Обратите внимание на положение стопы, кстати говоря, совсем внутрь пятки. Это... Колени наружу, и причем левое в большей степени, чем правое. В принципе, для трековика такого уровня это достаточно нетипично. Как-то ребята стараются все-таки там выставлять педаль более традиционно. Но тут, конечно, и форма ног изначальная, и то, как суставы себя чувствуют, и какие-нибудь хронические воспалительные процессы. Это тоже всегда все нужно принимать во внимание. И смотрим на то, чтобы проехать последние километры, стать лидером. У Брэда Ланкастера было аж 1:15. Понятно, что хоть и тягун, но он это сделает. Он перехватит лидерство. Как ровненько работает. Вот даже учитывая то, что это последние километры, здесь, естественно, уже накатывает усталость. Абсолютно вот не двигается ни спина, ничего. Только ноги работают. Вот момент физической подготовки все-таки. Потому что способен ли ты сидеть очень глубоко, очень низко,
способен ли ты держать жестко поясницу, все же зависит от мышечного корсета, все-таки в очень значительной степени. Да, от того, как тебя посадили, как тебе выгладили посадку, безусловно, тоже. Но если у тебя нет пресса, если у тебя нет спины, на том уровне. Как машина работает, конечно, и одно удовольствие смотреть. Очень чисто крутит. 1,89 м рост, 80 килограммов боевой вес. Несмотря на это, даже и не думает сходить ни на каких перевалах. Думает доехать до Милана и там еще побороться на тридцатке. В финальной разделке очень большие амбиции и в веронской командной гонке также. И неужели... Не улучшает мой Ланкастер. Сотые доли секунды, да. Ланкастер проигрывает Новордаускасу. Суперзвезда Новордаускаса. Вот сегодня. Так вот. Да, результат Новордаускаса продолжает оставаться ориентиром для всех. Там, кстати говоря, на повороте про Бинати что-то вылетело. Бинати только стартовать сейчас должен в этот момент. Ну и, естественно, итальянцу там большое внимание должны сейчас уделить. Но и провели нам сейчас Ланкастера в итоге, который показывает второй результат. Текущий второй результат. Ну вот посмотрите, какая ситуация сейчас на Новордаускас, Ланкастер, Сержант, Хантер и Бауэр, которого, в общем-то, не ждали здесь. Очень неожиданно проехал, здорово. 5 километров. Вот теперь, по-моему, Даниэль Бинати появляется. Да, это совершенно видно по тому, как он сидит. И... А неплохой разделщик же был, кстати, и в том числе. И, кстати, я хочу сказать, что, по-моему, миска поднабрал Бинати. У меня такое впечатление, что гораздо мощнее выглядит. Хотя он, в общем-то, и не был никогда особо худым, но тем не менее... Ну, от пояса и ниже он тяжелее. Я бы сказал, да. Потому что, да, там комбинезон, там покрой, расцветка, это само собой. Но, тем не менее, плечи, корпус примерно те же самые, а ноги-то у него тяжеловаты как-то, да. Будет это плюс или минус? Итак, несмотря на все хитросплетения сюжетные, Новордаускас все-таки держится лидером. У нас сегодня... Первые места разбирают люди в районе 1,90 м. И, в принципе, Бинати в эту категорию более-менее входит. Он чуть-чуть пониже, чем... Не, он где-то 1,80 м. 83, он такого... по-моему, где-то вот так. Ну, у него, на самом деле, телосложение такое... Достаточно короткие ноги. И всегда он был мощным. Но нужно отметить, что в свое время, когда еще гонялся и в более низких категориях, когда начинал карьеру, выигрывал очень много Даниэля Бинати. А уже в те годы, когда гонялся Пандером. Но, кстати, хочу отметить, что в чистых спринтах не выигрывал практически никогда. То есть это были постоянно какие-то отрывы, какие-то большие группы, приезжающие на финиш. То есть, в принципе, позиционировался как гонщик такого формата, как, ну не знаю, Висконти и вот такие вот люди, которые могут отобраться в маленькую группу и потом выиграть финиш за счет своих скоростных качеств. Но чистым спринтером никогда не был. Обратите внимание на прием, а? Какой громкий прием 49-кратному победителю профессиональных гонок устраивают местные болельщики. Очевидно, они не только местные. Есть здесь, очевидно, все-таки итальянская публика, которая добралась, или которая работает, может быть, здесь тоже. Но и напомним, что в этом году он, в принципе, индивидуальный ход имеет очень неплохой. И самое яркое тому подтверждение – это второе место в Сан-Дель-Тронто на короткой разделке в рамках Тирено-Адриатико. Он проиграл только Фабиану Кончеляри. Тоже такая приморская гонка, тоже там ветерок достаточно приличный, тоже повороты, которые он здесь немножко ошибочно проходит. Два приема заходит в левый поворот. Ну вот если посмотреть опять же на карьеру Даниэля Бинати, то такие изменения, то есть превращался и в чистого спринтера, и вот сейчас какая-то трансформация была у него как, больше так классического гонщика, и человек, который может ехать в том числе и разделки, то есть какие-то изменения по карьере. В прошлом году он на старте выиграл в Анже полуэтап, там тоже меньше 10 километров, по-моему, была гонка. Тоже такая слегка пересеченная городская гонка рядом с Луарой. И Бенна там был в полном порядке также. Так что вот сейчас видно, насколько, опять же, вот заметно все же. Вот видите, велосипед идет как бритва вообще. Никакой болтанки. Он режет как бы асфальт, максимально набит то давление, которое только может быть в трубке. И Бинати, хотя несмотря на то, что это очень большое физическое усилие, ну вот сейчас только плечи чуть-чуть пошли, но это из-за того, что здесь ветер гуляет во всех направлениях. А, так, еще один человек, картинка. Выбирает, естественно, здесь оптимальные траектории. Вы видите, что здесь абсолютно важно все. Уходит сейчас на меньший радиус, хотя поворот здесь едва-едва заметен.
Ну и немножко ловит, конечно, места, где можно как-то спрятаться. Ветер не очень заметен, просто потому что еще листвы здесь совсем мало. Но флаги, вот по флагам заметно, да, по флагам вы видите, видно. Правый боковой. Готовится, так, Кавендиш готовится. И обратите внимание. Вот человек готовится к старту, вам, пожалуйста, да, все нормально. Так, минутку, а судья-то где вообще? Он планируется? А, появился. Ну, еще 20, вот наверху идет отчет, вы видите, 26 секунд. Как Марка Захарова вываливается вдруг из-за декорации, персонажи какие-то загадочные. Я уже думал, будет с ноги стартовать Марк Кавендиш. А он запросто может, да. Не, на самом деле, если серьезно, то ему это совершенно не подходит, потому что все-таки он подумает о том, что вдруг получится розовую маечку за счет бонификации отхватить. Хотя он понимает, насколько это сложно, но все-таки это его счастливая страна, где он стал чемпионом мира. И хотелось бы, конечно, порадоваться и в этот раз. Кэп уходит на дистанцию. Самый титулованный спринтер мира. Уж как-то даже и непривычно видеть его без радужные майки, но в этом виде программы она ему не принадлежит и вряд ли когда-то будет принадлежать. Хотя, как человек пролога, он очень даже ничего, он верткий, он неплохо проходит повороты, но вот хватит ли мощности на последних 3 километрах? Вот вылитый Марк Кавендиш, да, мы тут ошиблись, нам немножечко, лицо. Может быть, что-то услышим на этот раз от одного из гонщиков Форнезе Вини. Ну и опять же, мы нет, не, у нас нет звука. Сегодня не наш день. Не будет все-таки канала звукового, очень жаль, но... У Марка немало здесь все-таки конкурентов будет. Ну вот сейчас все правильно, Марк Кавендиш, чемпион мира 2011 года, но действующий. Почему 8 побед, 9-я победа в составе команды тоже, по-моему, считается в таких случаях? 8 побед на Джиро, да. Всего 9-то, если с командной гонки брать тоже. Не знаю, но опять же, тут на вкус и цвет. Ох, какую хорошую. Да, тут, по-моему, что-то вломил, да, 50. 53, а может быть и больше впереди. Ну, кстати говоря, прокручивает. 54, не больше, я думаю, что 54 или 53, да, по виду. Результат, конечно, будет далек от лучшего. Это еще поворот 600 метров, конечно. Порядка. Ну, то есть вот здесь все-таки на ветровых кусках как-то неуютно ему. Было бедно, между прочим, Гадзеттей причислялся к ряду фаворитов и этого конкретного вида тоже. Не все получилось сегодня. Но все равно неплохой результат будет. Скорее всего, чуть-чуть в районе 11 минут, там чуть-чуть больше. Но для Беннати, учитывая то, что чистым разделщиком он все-таки не является, и таким суперспециалистом прологов его назвать мы тоже не можем, но... Галя Кузьмина нам пишет через Твиттер. Бенати ведь сказал, что мечтает выиграть последние этапы на всех гран-турах, а на Джиро это как раз разделка. Да, да, в ближайшее время, кстати говоря, 100% бенатиевского этапа не предвидится. А откуда, кстати, Галина Кузьмина объявилась? Она же обещалась быть вроде бы как там, на месте событий. А ну, может быть, в Италию сразу поедет. Да, в Данию вряд ли, может быть, попала. А так собирались девушки, которые пишут на сайте velolife.com. Я думаю, что много будет интересной информации вываливаться. Надо там сказать опять же, что вот эти вот чартеры, которые возят из страны в страну, они забиты до отказа. И поэтому там вот более-менее ближайший пул журналистки, а всем остальным добираться как угодно. И это сильно большие затраты и неудобно. Поэтому уж лучше на материке, как говорится, лучше уж в Италии. Хотя здесь все тоже будет очень-очень любопытно. Марк Кавендиш ради такого дела запаковал себе туфли в бахилы обтекаемые, вы видите, из синтетического материала, эластиковые. И надо сказать, что молотит очень даже прилично эту передачку. Темп у него очень хороший. И не забудем, в конце концов, что Марк у нас тоже трековик не из последних, вплоть до чемпионского звания, в конце концов. Превратившийся, правда, из спринтера в темповика. Но что касается техники педалирования, что касается умения продержать не просто 50-70 метров там или 150 максимум на финишном отрезке, то это у него тоже всегда получается. Диего Улисси в прошлом году, помните, который, как получил он же дрался, свою победу. Да, с Висконти. Но там на самом деле не особо-то он был неправ. Ну, да, и Висконти это просто на не Висконти, вечный чемпион Италии. Он конечно, такой, то есть... Такой какой-то... Так, тихий, мирный, пока не дойдет дело до дела, а вот тогда уж его не остановишь. Такой какой-то никакой, на самом деле, Висконти в этом году. Хочется сказать, что ждали от него куда больше. Но Джованни Висконти под лидерским номером
своей команде Movistar, новой для себя команде в этом году выступает. И на самом деле, вот пока к этому моменту ожиданий, мне кажется, не очень оправдывает. И Пиноти, вот здесь уже начинаем, вы видите, не успевать, потому что действительно очень много сильных раздельщиков. Пиноти пятикратный чемпион Италии в этом виде программы. Инженеры так называют его. Since now, everything you know about performance motoring is in the past. The new Infiniti FX. With a range of powerful yet refined diesel and petrol engines, delivers performance with grace. Since now, the perfect line is a curve. Since now, there is Infiniti. From the moment you start your journey, to the adventure it becomes. From the inspiring architecture, to the discovery of traditions. From nature's finest moments, to the feeling of being lost amongst them, for everything Romania has to offer. To the experience you'll take away. Romania, explore the Carpathian Garden. Favorite events from Eurosport and Eurosport 2 are also available on Eurosport Player. The multi-channel function allows you to watch Eurosport, Eurosport 2 and Eurosport News at the same time. Additional live coverage on the bonus channels plus an extensive on-demand library lets you watch what you want, when you want. Eurosport Player, the best way to watch sport wherever you are. To find out more, go to eurosportplayer.com. Результат Рамунаса Навардаускаса по-прежнему лучший на финише раздельного старта длиной 8,7 километров в Хернинге, где проходит пролог Джиро Италия. Амет Чурука у нас, конечно, не звезда сегодняшнего дня. Вообще-то говоря, немножко подразобранная опять баскская команда в силу того, что у Сама Санчеса немножко другой график и другие приоритеты в этом сезоне. Ну а Антон в очередной раз сломался, в очередной раз своя любимая ключица не выдержала. Ну и поэтому, тем не менее, Ниеве мечтает о том, что возьмет хотя бы один горный этап серьезный. Вот это для него главное. Кева ведут по дистанции. Марк Кевендиш, безусловно, сегодня не должен быть в числе последних. И обязан быть в числе первых. Почему? Потому что он все-таки хотел за счет бонификации спринтерской замахнуться на лидерскую майку. Спросили его, собирается ли он все же действительно тактически закончить эту гонку досрочно. Он сказал, что вообще с блеском в глазах, с обидой в голосе сказал, что он никогда не сходит, задумав это заранее, как некоторые спринтеры раньше это делали. Если я схожу, то просто потому, что не потянул, а так моя мечта доехать до Милана. Вот насколько это вписывается, вообще говоря, в его программу, если вся Джиро, весь тур, а плюс еще после этого попытаться выиграть Олимпийские игры, совершенно нереалистично. Кто у нас реалист, так это Пиноти. Пиноти инженеры, Пиноти человек с действительно серьезным образованием, который все всегда просчитывает и за счет этого, кстати говоря, является на данный момент играющим тренером команды Матиаса Франко. Он сейчас пестует, считает его очень перспективным многодневщиком. В одной комнате будет на Джиро Италия с ним жить, но также консультирует и Тейлора Фини, причем